теряем ваш сигнал. Включите один из маяков на границе территории комплекса. Нужно найти этот маяк. Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Hard Reset. Короче, вы поняли, да? Уже с самого начала нас нахлобучили. Ой, не та кнопка. Бам. Уже патроны потеряли все, которые есть. Не то выпало, что нужно, блин. А подожди, а вот эта штука 3. Тут же станилка же есть, правильно? Хотя зачем? Можно как вариант, типа. О-оу. Так, а где парни-то? Вы кто такие? Вы не деретесь? Эй! Ты чё там? Дурень я кусок. А где второй дурень? Там был второй дурень, я помню. Так, граната что, взорвалась? Нет. Короче, забираем все нахер. У нас есть одно очко, хотя оно нам уже в принципе не нужно. Так, эти вроде не атакуют. Идем аккуратненько. Что там происходит? О-оу. Ах вы суки! Да, конечно, да. Кто еще живой? Падла живая. Ладно, беги сюда. А чё тебя не засасывает, Альберт? Петрович. Ой! А в смысле вас тут еще куча? Что меня бьет сейчас? Получил? Ну и пошел ты нахер. А ты думал, я уже не умею играть, да, в эту игру? Блин, меня уже тут ничем и не удивишь, пацаны. Так, есть еще одна аптечка, есть. Патронов больше нет, да? Есть одна... Ой, три взрывачки. Если кто-то большой будет, так, куда мне идти? Опять куда идти? Куда двигать? В какую сторону? Вот сюда? Ага. Еще аптечка, хорошо. Так, откуда могут бежать теоретически? Оттуда. Теоретически откуда угодно, блин. Ай, больно. Кто еще стреляет? Чем бы тебя завалить, чувак, не понимаю. А, окей. Короче, нормально отстрелился. Этот подлец меня, как всегда, вот тут вот прижал. Спонтанно. Так, еще могут вот оттуда, да? А я могу сюда зайти. Подожди. Все? Че тут? Говорит диспетчер Эбер.
Система, мы приняли ваш сигнал. Отряд быстрого реагирования уже в пути. Направляйтесь к воротам, избегайте смотрителя. Точка подбора находится за шлюзом. Удачи. Конец связи. Кто это вообще разговаривает? Задание выполнено, маяк нашел. Красавчик. Фух. Мы должны это сделать. Так, подожди, если я зайду, я не смогу уже выйти? Что у нас здесь осталось такого интересного? Так, я почти всего чувака апгрейдил. Первая помощь, ну не знаю, надо, не надо, это что такое? Показ противника — бесполезная штука. Так, вот тут что? Тут все. Разрядник. Оглушалка. А второй молот что делает? А, это я вообще не качал. Тут у нас что? Быстрая перезарядка. Так, а тут что? РПГшка. Ну, блин, я не знаю, РПГшка наводящий. Зачем? Установщик мин-то, в принципе, ручная тоже не нужна. Ну, а смысл? С ручным взрывателем. Дробовик тоже не нужен. Это тоже не нужно. Короче, нет, нечего уже качать. Давай тогда по снаряжению вкачаю вот эту штуку. Вдруг пригодится. Вот это вот. Немезид. Немезида. Отличный выбор. Потому что по факту мне уже больше нечего качать. Привет. Чё это? О-оу. Блин, вот этот придурок. Блин, еще мелкие идут. Ладно. Вот это плохо. Я заберу вот это, окей? Хе-хе. Пошел ты нахер. Ай-яй-яй, больно. На! Блин, еще мелкие. Блин, да чё ж ты так мало урона наносишь-то, падла? А, собака такая. Иди нахер отсюда, жирный. Сейчас как дам. Ай-яй-яй. О, да вообще шикарно, пацаны. Вы тут в разнос пошли, да? Патроны, что ли? Патроны есть, алё. Где этот придурок мелкий? На. Иди ты нахер! Где мои аптечки? Вон вижу. О, вообще 2% щита осталось. Скоты такие. Кто еще? Еще один! Надеюсь, ты будешь один. Тварь. Паскудная тварь. Все? Пока что все. Так, а что, патроны, да? Все, я уже выполнил патроны. Фух, а вот что-то есть, вижу. Да, залезь тут. Блин, ты что, их не заберешь, что ли? Ах ты ублюдок. Ну ладно, вот тут тоже есть. Есть еще одна аптечка, если что.
Ну да, там нас закрыли, получается. Жесть, конечно. Ё-моё! Сейчас что-то будет, блин. Арена. Арена — это всегда плохо было. Так, есть аптечек миллиард, конечно. Что за контейнер? Доберитесь до главных... Пацаны, ну-ка, сошлись все в кучку, блядь. Ой, блин, аптечку забрал, да? Да иди ты нахер, ты ж даже не туда прыгаешь, ты придурбин. Сука, расстреляю тебя нахер. Он даже вообще не туда прыгает, не в ту сторону. Блин, у меня уже, смотри, сколько жизни нету. Так, чё, кто еще? Да ну вы чё, прикалываетесь, да? Ебать! Не дерьмово, конечно, не дерьмово. Да, подожди. Еще рано, да? Берем вот эту. Что там, застрял, что ли? Окей. Так. Блять, нихера себе их тут. Да ну вы чё? Еще и здоровые! Да ну не-не-не-не-не, это не прикольно. А патроны будут? Ладно, не будет, я понял. Бабам. А у меня нет патронов, ха-ха, прикинь. Так, ладно, берем вот эту штуку. А кто там за мной бегает? Привет. Ебать, все лагает. Патронов уже нет. Так как так-то, блин? Вы что, как я их буду вообще убивать без патронов, без нихера? Вы подумали, нет? Да, блин, его не убьешь. Да пипец какой-то. Давай, ладно, переключаем. Нужно еще не мазать, как бы. Было бы неплохо. Так, этот ублюдок есть. Сколько на ракетницу нужно? О-ля-ля. Пацаны, мне бы патронов. Кошмар! Патроны, патроны, патроны мои.
Это жесть! Нет, это нереально, ты чё? О-о-о-о-о! Ну все, это приехали. Это называется приехали. Докинул, нет? Ха, докинул. Ой, привет, нифига вас там. А чё вы такие меткие стали? Объясняйтесь. Чё-то меткие прям реально стали, падлы. Смотри, что происходит, сколько миллиард человек. Блин, ни патронов не дают, ни хера не дают. Ай, больно. Ай, патроны нет. Ой, патроны есть тут, конечно, ну. Так, давай возьму пока что вот это, рельсотроном попробуем их мочить. На! И все, мертвый. Ха, бля! Ха, бля! Ты что тут танцуешь, падля? Сейчас как хедшатану? Будешь знать. Что еще, да? Ну так, пока что патроны оставляем. Так, если еще, да? Блять, двое! Четыре, трое! Вы чё, блядь? Ебать! Охуенно. Да-да-да, еще они сейчас будут вот этими накрывать сверху. Ага, два с двух сторон лазерами, конечно. А чё ты? Я вообще-то за стеной стою, чувак. Я тут бы хотя бы одного завалить. Да как ты попадаешь, я бегу! Да я, чё ты не наводишься-то, сука? Ну еще, блин, и бесит вот эта штука, что не наводится ни хера. Опять патронов уже нету ни хера. Падла грёбаная. Мне тут рассказывают, что они убиваются с двух выстрелов. Всякие вот эти приколюхи. Ни хера они не убиваются с двух выстрелов. Тут нужно их мочить полдня вообще. Блин, я ж только что взял патроны. Короче, нужно просто двигаться чаще. Тогда минимальный урон прилетит. Блин, еще и промахнулся. Тогда минимальный урон прилетает. Так, еще минус одна падла. Ну да, он по минимуму урона потом тогда наносит. Если, короче, правильно все делать. Я научился уже с вами драться, упыри гребаные. Может, хватит? Спасибо. Музыка прошла, это отлично. Фух. Это пульт управления шлюзом. Еба, вот это была сейчас арена. Реально арена. Чего тут написано? Фух, я выдержал. С первого раза даже. Чего тут? Щит. Защитный модуль энергощит. У него еще и щит есть, а как я его буду пробивать? Отверткой? Энергощиты. Нужно вывести их из строя, чтобы открыть низкие места. А, понял. Так, у меня жизни, в принципе, есть. Надеюсь, чертежи не врали.
порвем ублюдка в клочья. Ой, а КПКЧГБ контрольный пункт какой-нибудь будет? Вот это он? Упс! Блин, я забрал это. Они ломятся ко мне? Ни хрена себе. Так, стоп, что с ним делать? Щиты, 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 щиты. Щиты сбить, чем сбить? Вот это надо? А чё, как его, как с ним работать? Надо, чтобы он подошел. Воу-воу-воу-воу! Ага, вижу. Три! Три выстрела, нихера себе. Чувак, а ну скинь. Блядь, мелкие, сука, падлы! А-а-а! Чё и мелкие, ну нахер! Чё он там делает? Ой, нихера у вас тут, пацаны. Ловите. Успел. Что происходит? Короче, происходят очень херовые вещи. До хера народу. Так, мне нужно, я так понимаю, сбивать вот эти штуки. Ой. Да я понимаю, что хотя бы один чувак. У меня проблемы, видишь, куча противников. Они мне мешают. Ну чё, жрёшь? Нет. Жри, падла. Быстрее. Не хочет жрать. Да хватит меня бить. Да бочку с электромагнитом. Мне ещё нужно их набить, этих бочек-то. А он ее не жрет. Чё это? Воу! Вот это закидка сейчас была. И мне еще этих придурков нужно валить, короче, чтобы электромагнитные заряды эти падали. Да блин, еще мелочь вот эта пузатая. Сука, мешает. Он не хавает. Да, еще эти стреляют, круто. Еба, что происходит? Да не, ну это нереально, пацаны. Невозможно. Да чё ядерные элементы? Я понимаю, так он... Он не жрёт. Сожрал, сука! Да не попадаю из-за этих ублюдков! Они мне мешают. Патрончики... Так, где эти упыри, блядь? А эти же, я так понимаю, будут все время мешать, да?
Жрешь там, не, блин. Ай-яй-яй. Блин, ему надо 4 выстрела, короче. Уже еще бочек этих 500 000 000. И сожрал. Мне бы патронов, пацаны. Это не я. Ой-ой-ой-ой. Лучше не останавливаться. Лучше нахер не останавливаться. Да сколько в тебя стрелять, блин? Чувак, ты 5 раз выстрелил. Или больше даже. Это жесть какая-то. Ай. Больно, блин, говорю. Собака, я не знаю, очень сложно... Все, ай, не попал. Не сожрал, да? Ну да. Да хватит меня бить. Да подожди, видишь, куча народу бегает, меня пытается убить. Ой, сожрал. А сколько? Нифига себе, 6 раз выстрелил и нихера? А чё за прикол? Я чё, куда-то не туда стреляю или что? Ой-ой-ой. Это сейчас будет бадабум. Конечно, все классно. Да уйдите нахер, мелочь, блядь, пузатая ебаная. Куда ему стрелять? Я ему ножку не могу сбить. Так, ладно, побегаем, 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 побегаем. Ничего страшного, все, побегаем. Тогда, короче, патронов набрать немного. Так, а там чуваков вроде нет. А, они бесконечные, смысла их бить нету. Понял, понял. Понял, понял. Забираем тогда сейчас 100%. Подбегаем к нему, пускай он жрет все. Да он же сожрал, нет? В смысле, кто бочку сорвал, взорвал, падлы? Какое дауно, дауно. Какое дауно взорвало бочку, блин. Да иди ты в... А тут патроны только что были, алло. Куда они делись? Так, хорошо, есть. О, какой... Кошмар. Так, эту бочку он никак не хочет брать. Ладно. Блин, патроны по центру есть. Давай пускай вот эту возьмет. А в смысле, ты что берешь? О-оу. Что это происходит? Где я? Не вижу нихера.
Я уже не там, чувак. Так, а что, аптечек больше нет, да? Одна есть, осталась, последняя. Последняя аптечка, и нам хана. А, нет, еще одна есть. Нихе... Всем вы... Бля, чё за прикол? Да вы идите вы нахер! А я же не успеваю его сбить! Чё за, блядь, идиотизм? Я не успеваю сбить! Я реально не успеваю сбить! Чё за идиотизм, алё? Я не успеваю ему отбить ногу! А чё ты ниш сосёшь? Чувак, соси. Блядь, он не сосёт нихера. Да пускай, пускай сожрёт, я ж не против, только он не сосёт нихера, когда нужно. Он сосёт, когда не нужно. Вот, соси. Ой-ой-ой. Еще раз? Да может ты остановишься, товарищ? Блин, там патронов куча всего валяется. Так, ладно, берем последнюю аптечку. Так, у нас нету бочек, так что побегаем пока. Патрошки, идите сюда. Так, есть бочка, да? Блин, не успею. Не вижу. Не понял сейчас. А чё за прикол с жизнями сейчас? Кто меня так отхерачил? Да беги куда-нибудь. Тихо-тихо-тихо. Это еще не конец. Что, конец, что ли? Фу. Вот это жоптель. Здорово. Нихера от тебя осталось. Круглая жопа только. А ты пустой внутри, что ли? Ты что такой... кусок ведра. Если честно, вот это смотритель, о котором рассказывали, что там он типа супер-мега мощный, у которого в принципе одна атака и все тупо, и как-то слабенький ты чувак оказался. Но я думал, там вообще просто будет какая-то имба-имбущая, что там просто тупо у него атака будет там, я не знаю, стрелять на всю площадь там херачь. А он просто ходит, блин, и пытается тебя засосать. И у него ничего не получается. Давай вот так. Еще какое-то достижение. Еще какое-то достижение сделал. Бам! Хорошо, это были фризелки, но они нам уже не нужны. Так, что тут у нас? Еще кто? Задание выполнено. Новое достижение. Странник, живучий, открыватель, неуязвимый. Эпизод пройден. Даже ни разу не сдох. Не, ну тут если бы давали патроны, то можно было бегать чуваков, просто убивать. Но они что бесконечные, это что же там хреновенько так-то все.
Вот он, Эдем. С Бельфигором не спутаешь. Черт! Какого лешего? Это была моя цель. В следующий раз поищи себе другую. Спокойно, майор. Я вам не враг. Рад вас видеть в целости и сохранности, майор Флетчер. Бывший майор. Что это за место? И как вы... Я с радостью отвечу на ваши вопросы, но в другой обстановке. Как скажете. Вы знаете, что Бельфигор... Бельфигор потерян. Скорее всего, безвозвратно. Кто вы такой? Как вам удалось сохранить это место в тайне? Мы люди, уцелевшие. Это главное. Остальное вы узнаете позже. Майор Флетчер, профессор Новак, Эдем ждет вас. Озвучивал чувак, который этого, как его, озвучивал Фримена. Это конец Flying Wild Hog. Посмотрим титры, да? Так, и все. У нас... А если нажать новая игра, открылась еще больше сложность, да? А режим эксперта, супергероя, выживание, все тут открылось, да. Ну-ка, новая кампания. И что? И максимальный. А да вы что прикалываетесь? На высоком и так было сложно очень это вообще. Ну, не, ну его нахер, короче. Это остальные... А что такое режим супергероя? Этот уровень еще сложнее максимального, к тому же на нем игра сохраняется только в начале эпизода. Принимаете этот вызов? Нет. А режим эксперта? Уровень сложности высокий, режим эксперта. А что это за...
Ладно, непонятно. Короче, прошли мы с вами Hardreset Extended Edition. Игрушка довольно-таки неплохая для своего времени. Очень красочная, все так четненько. Вроде какой-то и сюжет есть, оружка по прокачке есть. Хоть и две оружки тебе дают, но потом ее можно модифицировать в разные всякие переключалочки. Это тоже довольно прикольно сделано. Хотя, по факту, как я посмотрел, что апгрейд не всегда он нужен там вообще. Половина апгрейда вообще не нужна. Она ничего не дает. Абсолютнейшая. То есть ты берешь типа ракетницу, и ты хочешь ее усилить, но усилить ты ее не можешь. Ты просто добавляешь ей какой-то спецэффект, короче, типа просто как перезарядка или же лазерное наведение. То есть урона ты ей никак не добавишь. Вообще никак. Вот. Ни одной там оружки ничего ты не добавишь. Дробовик так же самое, просто станилка, перезарядка, все, больше ничего нет, и просто дробовик, так же и везде. По спецэффектах, не всегда, вот по этой игре можно понять, что спецэффекты это не всегда хорошо, чрезмерные спецэффекты, вот здесь реально это мешает. Ты просто стреляешь, у тебя пулемет настолько стреляет на полэкрана, ты не видишь, где у тебя цель, ты просто все на рандоме херачишь, и все, все взрывается, все скрипит, все пердит, все... мигает, и где противник, сдох противник, ты живой, не живой, непонятно, ни хера. В общем, да, не, оно красиво смотрится, но по функционалу, скажем так, он очень сильно мешает, вот эта вот спецэффектизация. Типа, новое слово, блин, какое-то придумал, походу. А так, игрушечка довольно-таки неплохая, но еще один нюанс, что ее нужно проходить на легком уровне сложности, чтобы почувствовать мощь оружия, потому что на сложном... Вот ты не чувствуешь этого, ты стреляешь и ты стреляешь, ты стреляешь и ты думаешь, да бляха, или я с зубочистки стреляю, или с чего я стреляю. И реально взрывы вот эти мощные, и они тупо урона, ну не, вот чувствуется, что они не наносят урона. Да, я понимаю, что сложность это всегда повышается тем, что у противников больше энергии, их нужно дольше валить. Но чтобы почувствовать все классно, то нужно на легком. Вот реально, вот эта игрушка чисто для легкого уровня сложности. Вот там будет комфортно и чувствоваться будет вот это вот все. Мощь оружия, вот эта, которая у тебя в руках, вот эта ракетница, когда разрывается, и она может кого-то убить, ваншотнуть, или там с двух ударов, а не с 6-7, блин, нужно херануть чувака металюгу с базуки и 7 раз. Ну, короче, вот типа так. Все, игрушка зачетная, топовая, мне понравилась. В принципе, где-то, если брать пятибалльную систему, то на четверочку, в принципе, она тянет. Неплохая, мне понравилась. Все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. И всем до встречи в следующей игрушечке на прохождение ПК. И всем пока.